И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Так, короче, 3 недели я уже в игру не заходил где-то. Сейчас еще и приболел, блин. Надеюсь, тут никого нет. Короче, мотик уже стырили, по ходу дела. Или он пропал. Ну, зомби нет, рядом уже хорошо. Надо валить отсюда, у меня еда заканчивается и вода. О, еще и в туалет захотела. Внезапно. А, не. Это она уже голодная, просто они в туалет. А надо через забор валить, отсюда и текать. Так, вон туда, наверх. Где я? Вот, вот сюда куда-нибудь пойти. Подожди, там Чернобыль. Туда нам не надо. Ну, я не знаю даже куда пойти. Вот сюда, что ли, пойти? Удивительно, что зомби пропали. Нехорошо. Так, вот эта дорога, которая... Мне, может быть, на КПП сходить надо было? О. Есть что-нибудь? Блин. О, может быть, здесь что-нибудь есть. Персонажу надо есть. В очередной раз обновилась игра, что-то там пофиксили. Смотрим, чтобы зомбарей не было. Или можно было через здесь выйти? Ну ладно. Так, смотрим, что тут есть. Я бы в то большое здание бы сходил. Так, тут есть там внутри? О, никого нет. Патроны берем. Куда-нибудь. Так, зачем мне нож этот? Я могу его в любое время сделать. Вот сюда в штаны положу патроны. Блин, больше ничего нет. Закрывай. Все-таки я схожу в то здание, там еду реально найти. И попить. Блин, серьезно, тут вообще ничего нету. Ну, это такое дело. Рандом он такой. О, что-то лежит. Шорты. Нормальные. Так, давай-ка одевай. Еще дополнительный слот будет. На две штучки. Отлично. Давай шорты положим. А сюда? А, туда не лезут. Футболка у меня разодранная, блин, в клочья, 35%. О, морковка. Ешь сразу всю. Сколько там воды было в ней? Уже не посмотришь. Ну, какой-то процент воды, конечно, есть. Сейчас посмотрим здесь в желудке у нее. Так. Ну, тут не, уже не узнаешь. Ну, вода. Так, ладно. Что-то там вроде добавляется. Палочку возьми, свою ковырялочку. В руки на всякий случай. Блин, ничего нет, а? Холодильника даже нет смысла смотреть, что там вообще ничего не бывает. Если... О, давай в себя. Хоть что-то. Линзы. Ну, типа, пока возьму. Трубу бы найти, можно было бы сделать что-нибудь. Так, порох. Порох, порох, порох. Порох нужная вещь. Но, думаю, не сейчас. Хорошо, что зомбари не заспаунились. Никого, ничего нету, как обычно. Так, зайдем туда, в этот, в эту часть. И здесь никого. Шпилька. Надо. Что это у нас? Lucky Strike сигареты. Вот их можно продать, типа. Опять же таки, когда я еще там буду продавать что-то. Сейчас зайдем внутрь. На склад. Тут должны быть зомбари по-любому. Уже кто-то бежит ко мне. Бляха, уже получил по шляпе. А
Очки, ну, одевай. Что у нас по здоровью? Оу, а что так много ран-то с одного удара-то? Пустой желудок, это понятно. Блин. Будет накапливаться сейчас. Нет, да, падает. Блин, надо раздеваться. Снимать себе грязные эти шмотки. Хотя они вроде не сильно-то и грязные. Куртка всего чуть-чуть. Это 5%, штаны 11%. Ну, все, ну, относительно чистое, скажем так. Только не заражение, только не заражение. Да хорош там дёргаться своим желудком. Не, ничего не должно быть, по идее. Сейчас оно пройдет. Давай, 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 давай. Отлично. Так, присядь-ка. Пойдем на корточках. Я не знаю, кто тут есть или нет. Но должны быть, по идее, зомби. Маску, ну, она копейки стоит. Буду брать. А защиты от нее никакой нету, так что смысла от нее вообще никакого нет. Колесо? Да. Ну так у меня машины нету, зачем мне колесо? Никого? Отлично. Странно. Ну наверху, скорее всего, есть зомби. Что это? Блин, я думал нога зомбаря нет. Слава богу. Отлично. А эту фигню нафиг он мне нужен. Это от машины кусочек. Но у меня и машины нету, так что опять же таки это все бесполезно. Вроде здесь никого нету, можно, в принципе, походить нормально. Так, гость программы. Берем сюда. Это что у нас, семена? Едим. Хоть что-то. Так, маски. Они тоже фигню стоят, так что просто на пол. Да мне сейчас это все не надо. Вот порох много, да, 8%. Можно взять. Блин, куртка побила, блин, зараза. Ремонтировать мне нечем. Так что это. Изоляционные резиновые перчатки 42%. На день лучше вот эти. Гвоздик. Ломик. Серьезно? Можно вскрыть какой-то уже сейф. В полицейском участке, например. Тут смотрел. Воды, дайте воды. Ага, сейчас. Дадут тебе воды и все остальное. Кулер. Может, там вода есть? Ага. Не с моим... О, не с моим-то... Не с моим там этим удачей. Чтобы вода здесь была. Здесь, скорее всего, ничего нет. Шапочка, ну... Надевай. Обойдем. Что в кучке? Ничего. О! Еще дополнительный слот. Отлично. В сумку можно как раз ботинки запихнуть. Взял их на всякий случай, потому что эти ботинки мне чинить нечем. Одену потом эти. Так, штаны. Штаны. Сколько в них слотов? Я не помню. О-о. Ну, больше, чем в этих, в любом случае. О,
Отлично. Эти куда положил? Они хорошие, 100%. Пока их, наверное, приберегу. Знаю вещь. Каска. Ну, каска лучше, чем кепка. В любом случае, так. Эти сколько? 53, эти 56, одевайте. Все. Не лутается. Так, отсюда мы все равно никуда не зайдем. Тот зомбарь, наверное, пропал уже. В смысле, отстал от меня. Хотя я не уверен. Болт. Ну, давай. Понятно, ты одно и то же. Тоже, что ли, одно и то же? Нет, да. Пошли наверх. Зомбаря нету, это хорошо. Блин, опять же, нет еды. Цыпа-цыпа. Есть то? Блин, закрывать двери надо. Ну и надо еще и выглянуть из-за угла. Никого. Никого. Хорошо. Что это? Шапка. Невидимка, блин, зачем она мне надо? Так, инструмент, ремкомплект. А для машин, кстати. Блин, куда его всунуть-то? Он такой огромный. Сувать-то мне его. Блин, можно было бы сюда засунуть, но. Нет. Ладно, машины у меня нету, так что. Пока обойдемся без ремкомплекта. А вот отвертку, да. Отвертку я возьму. Да-да, бери. Что-нибудь дайте мне. Ящиков здесь много, это хорошо. С одной стороны, то, что там в них ничего нет, вот это хреново. Еще один болтик, и тут болтик лежит. Так, бумага, серьезно. Самые нужные вещи, это бумага, блин. Еще одна бумага. Блин. Топорик. Повесь на спину. Все, ничего тут больше нет. Пошли по комнатам. Закрывай дверь. Да блин, воды опять нет. Линза бесполезная штука. Скотч. Кроссы. Понятно, в пейпере что может быть, кроме бумаги. Бумага, она и есть бумага. Но еды здесь нет, вот в чем беда. Опа. Лучше на отмычку, конечно, берем. Так, здесь, конечно, облом. Еды мы здесь явно не найдем. Ну, может, хоть вода будет. Замочек. Ладно, пока возьму. Никого нет уже, хорошо, что это? Болты, коробка с болтами. Надо ли она мне сейчас, в данный момент? Я думаю, что нет. Отлично. Никого. Гвоздик. Воды.
Нету воды. И ничего. Давай сюда еще сразу зайдем. Надо сразу сматриваться, твои, блин. Так, хорошие спички, почти полные. Может быть, и возьму. Ну, выкинуть всегда успеем. Опять же, ничего. Кроме бумажки, ничего больше нет. Скорее всего, здесь ни хрена и нету. В итоге. Вода. Опять же ж нет. Опа. Кукурузные хлопья, все. Сразу в себя. Желудок пустой, кричит. Уже не пустой, не бухти. О, неплохо. Правда, воды нам это не даст совсем, но хоть что-то. Так, дневник. Дневник можно брать, из них можно сделать эти вот самодельные. Тогда надо было скотч забрать. А я не брал. О, серьезно, еще один. Мне как раз три надо. Может, еще одна будет? Блин, жалко, больше нет. На полочке тоже ничего нет, ладно. Что это? Телефон, блин. Так, 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 так. О! Теперь скотч нужен. Где я его оставлял, уже не помню. Надо сейчас будет вернуться обратно, все пошарить. Так, бумажка. Ну понятно, что тут может быть, кроме бумажки. Больше ничего. Блин. Так, пойду сейчас вернусь тогда обратно, посмотрю, где там скотч был. Я просто не помню вообще, где я его оставлял. Здесь или внизу? Подожди, мы тут были. А вот эти ящики я не смотрел. Так, блин. Зачем она мне надо? Тут? Слушай, я тут был? А, был, только с той стороны заходил. А коробки эти смотрел? Смотрел. Вода! Нету. Уже просмотрено было не раз. Так, нашел я, вот он. Так, интересно, смогу ли я скрафтить этот вот самодельный. Где он там? Вот он. Не хватает. А, веревочку. Так это ерунда. Не, именно 5 метров. Я думаю, там любая подойдет, да? Да, любая подойдет, отлично. Выйдем на улицу, сейчас сделаем. Блин, сервер. Темнеет, по-моему, уже. Ёлки-моталки. 30% воды. Офигеть. А здесь даже лужи нет, чтобы попить. Кустики. Я уже искал тут. О, камушки. Да, блин, темнеет. Ёлки-палки. Я только сел записывать. Нормально, блин. Один камушек. Давай второй. Нету. Этот возьми хоть. Смотрим на зомбарей, блин. Что это такое, машина, что ли? Консервный нож, зачем он нужен? Блин, где камушки? Ёж твою мать, беги, беги, беги! Вау! Да закрывай, мать твою, так! Что это? Очки. Может, на кучке есть камушки? Блин, здесь нет нифига. Вот это я попал. А может быть, я их отсюда сейчас поубиваю. То ни одного не было, то сразу два появилось. Зашибись. Эй, пс. Сюда идите. Где-то вот там вот. 27% воды, ёлки-палки. Как ложится полная X? Ага. Может, я свалю отсюда? А, вон он. Сейчас меня тетя заметит. Да я хочу камушек вот тут взять. Бляха, далеко тянуться. Ну. Я же не успею залезть, да ты твою мать, давай. Да что ты встаешь? Ляж, дура.
Назад. Так, подожди, давай сделаем ножик. Ножичек мне нужен. Крафти. Что-то топором мог бы, конечно, нарубить. Ну ладно. Топор мы попридержим. Так, они меня бросили, в смысле потеряли. Может, все-таки свалет сюда, ну ложись. Давай-ка выглянем. Где она там? Не вижу. Надо валить отсюда. По кустикам, по кустикам. Вон она. Давай, давай, ползи. Блять, она бежит. Да вставай же ж, твою мать. Да какого ты промазываешь? В упор. Ну бей же, блядь. Сдохни, скотина толстая. Да какого... Она устала уже сильно, капец. Конец-то. Сядь. Обещи. Блин. Воды нету, кровь опять пошла. Зашибись. Давай. Возьми в руки эту фигню. Убери ты, блин, эту ковырялку из рук. Где нож? Куда ты его кинул уже? Никуда. Никого нету, это хорошо. Я бы чего там пошарился бы. Но воды там вряд ли найдешь, воду. Меню поменяют, какие-то буквы совсем другие стали. Постоянно что-то меняют. Вон 23%, елки-палки, мне воды нет вообще. Это посмотри, еще не хватило. Ну зашибись, один удар она мне сделала, один удар. Куртка уже, блядь, ни в каком состоянии. Что за фигня вообще в этой игре происходит? Так, где? О, давай. Опять не хватает. Два скотча надо? Блин. В каких-то пор два скотча надо уже. Бляха. Ну ладно, веревку заберу. Эту выкинь. Ай. Там залезть нельзя, наверное, нет. У меня выбора нету. Я отсюда уходить никуда не могу, потому что я никуда не уйду. У меня жажда. Ягодки особо ничего не дают вообще. Ну, типа, можно взять. Только толк от этого. Воды. Бляха. Ну, иди, иди сюда. Да каким... Да что ж ты, блядь, не ударил? Что она сделала, блядь? Что-то замахнулась и... А, нет, убить не буду. Ну и что ты там мне дал? Гадость какую-то. Бесполезно. Бутылочку воды можешь что-нибудь дадите мне, а? Вот что-нибудь. Бля, да почему такой большой стак, это все одно считается? Капец. Больше никого нет рядом. А то получить по шляпе еще раз не хочется. Да. Тут я, наверное, и сдохну. Без воды. Так, а что это у нас тут такое? Опа, опа, опа. Вкусненький лут есть. Опять одно. Столько ящиков, а это считается как один. Гвоздик. Спасибо, блин.
Такой полезный лут. Так, что это? Ну, еще бы и нет. Пистолета нету, а патроны зато уже какие-то нашел. Топ. Гвоздь. Да, машина-то есть. Такое ощущение, как будто ее кто-то спрятал. Никто там ничего не положил? Нет. Она бесполезная вообще. В этом смысле. Как машина. Собрать я здесь не смогу. Там была какая-то часть одного, а толку с этого. Короче, воды тут я, естественно, не найду. Хотя можно еще посмотреть. Этих как их. Вон в том ангаре большом. Может, там что-то есть. Так, болт. Подожди. Кусочек резины. Ну, можно взять. Куда-нибудь в штаны там. Засунуть. 17%. Зашибись. На кран? Нет, там ничего не было в прошлый раз. О, еще какие-то ящики есть. В смысле, это есть что поискать. И где, главное? Нарубить. Блин. Показалось, что кто-то сзади зашоркал ногами, вроде нет. Пройдемся в то большое здание, попробуем склад. Может, там что-то есть. Открыл КамАЗ, а тут, блин, канистра лежит маленькая. Куда я ее положу? Разве что только в руки взять. Там можно бензин вылить, можно. О, может. О, отлично, хоть что-то. Небольшой процент воды дадут. Маленький. Но это лучше, чем ничего. Тем более, пока дойду сюда. Зажигалка. Сколько процентов? В смысле, использования у него? 11, мало. У меня спички больше. Под 19. Это мне вообще не надо. Это у нас болты. Тоже не надо. А это не лутается. Зараза. Так, зайдем сюда. Может, что-то с едой будет. Тесак. Зачем он мне нужен? Еды тут, конечно же, нет. Ну, кто бы сомневался, что тут будет еда. Зомби. Есть. Вижу, он один лежит. Но один это немного. С одним я как-нибудь справлюсь. Ты ж один тут? Вроде один. Проснулась. Ну иди сюда. Ага, еще один есть. Ой-ой-ой, назад, 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 назад. Отходим. Чтобы звуки не привлекли ту вторую. Давай, давай, давай. Тихо. 13% воды, зашибись. Да. Тихо, ты не бегай. Есть что на полочках? Нету. Может, там в ящиках что-то есть. Зомбарик не проснулся? Болтик. Целенький почти, да? А толку с него? Того болтика, он да лежит, зомбечка. Блин, ну да, что-то хотел тут найти, вообще я не знаю. О, есть консерва, вижу консерву. Давай ешь. Блин, вот тебе зачем нож был. Нож, да.
Консерва немножко воды даст нам, это хорошо. Там ничего нету случайно. Что-то вроде лежит. Нож. Спасибо, прям четко. Почему нельзя открыть? Алло. А, надо положить на пол. И теперь можно открыть, да? В руки нож взять. У меня же топор есть, что топором не можешь открыть. Надо было все-таки взять открывашку. Так, ешь. Все сразу. Сколько там воды? 32,8 грамма. Ну хоть что-то. О, тут вообще уже все. Скоро будет. Так, ранка затягивается, это хорошо. Желудок еще долго до полного желудка. Что с анимациями случилось, что они дерганы стали такие? Хоть капельки добавилось. Пока нет. Ну хоть не уменьшается, уже хорошо. 11% и тиже пассатижи. Большая тетя. Нету тут больше ничего, так что можно уходить отсюда. Давай, давай. Не хочу с ней лишний раз сражаться. Зачем тратить воду? У меня и так ее нету, нифига. И канистру надо не забыть взять. Я в нее как минимум воды могу набрать, потому что другой бутылки у меня просто нет. Вообще никакой емкости нет. Ну что, а нельзя повесить на спину? Жалко. Что там не стало? Нет. Закрывай. Все, через забор и ходу отсюда. Куда-нибудь. Да подальше отсюда. Блин, тут же ты не пролезешь, да? Не пролезет задница. Ладно, где-то там дырка была, по-моему, в заборе. Блин, уже 9%. А я бежать не могу, потому что если я побегу, у меня вообще все улетит сразу. В ноль. Может, хоть грибочек какой-то найду или еще что-то. Или вот эту фигню, которая белая такая большая. Забыл, как он называется. Он много воды довольно-таки дает. Правда, он отвратительный на вкус для персонажа, но по чуть-чуть, если его есть, то можно воду пополнить. Потому что на карте я никакого ничего, ни реки не вижу, ничего нигде. Ой. Это хреново, конечно. Теперь буду идти от кустика к кустику. Вон тот кустик есть. Может, там повезет свой пару шиповников найти. Так, дорога вон туда уходит, да? Так, вот же дорога. Где она? Вот она. Мне, значит, туда надо. Вон туда. Блин. Я не туда иду. В итоге еще не туда шел. Ну, вряд ли я дойду. Уже 7%. Вряд ли я дойду куда-то. Я не знаю, как персонаж быстро коцается, когда у него воды нету. Наверное, быстро. Если случайно нельзя ничего полутать. Блин, была надежда. Но нет. Это не клубника. Вообще ни разу. Блин, ни одного грибочка не нашел, ничего. Нет, эту белую фигню не нашел. Не везет. Буду идти вдоль дороги по лесу, в надежде хоть что-нибудь найти. Какой-нибудь грибочек хотя бы, не знаю. Ну хоть что-то, потому что уже 6%. Так, вот что-то. Не, палка это. Или нет? Что это? Вот это что это? Это гриб. Ну и что-то там взял. О, зонтик. Сколько в нем воды? 73. О, ешь давай. Немножко воды хоть нам прибавит. Чуть-чуть. Бери бензин. Зонтик почему с рук не пропал до сих пор? Бак, что ли, какой-то? Алло. Возьми. Наверное, бак. Одно что-то правит, другое что-то ломают. Жалко, больше нету.
Сколько уже? 9? Серьезно, так быстро добавилось? Так, куда ты полез? Немножко прибавляется. Отлично. 11%. В смысле, был 11 уже. А то, что ночь наступает, вот это мне прям совсем не нравится. Смогу записывать только аж через 5 часов где-то, елки-палки. Как же долго длится ночь? Слишком долго. Так, это у нас мухоморы, да? Но я их есть не буду, они ядовитые. И персонаж точно крякнет от них. Все. Лес кончился. Ой, зомби. Так, вот тем кустам сходим сейчас. Ну, зомби можно обойти. Я хоть по той дороге иду или нет? А по ней должен по той идти. Серьезно, не туда поперся. Вот, бля. Ладно, идем. Уже куда пошел. Уже нет смысла возвращаться. Вон туда. Там, если найду воды, тогда можно будет сходить еще вот сюда. А потом вот здесь, по-моему, я еще не был. Но это не точно, не уверен. Уже не помню, если честно говоря. Зомбяк по кустикам шастает. А я вот к этому кустику пойду. Что-то такое беленькое, не грибок ли? Грибок, кажись. Так, глядишь, и не сдохну. Блин, ничего нет. Давайте посмотрим грибочек. Зонтик ли это? Похож. Отлично. Еще пару процентов накинется. Главное только не бегать, вот в чем весь прикол. А что у нас по... Отдыхаешь ты? О! Потому что я не имел возможности отдыхать. Из-за того, что... Ты серьезно, во время того, как я могу идти пешочком, она будет лечиться, или, по крайней мере, не будет накапливаться. Скорее всего, не будет накапливаться. На 4,7. О, хоть что-то. Понятное дело, много оно не даст, но хоть что-то. Блин. Бери, возвращайся к тем кустам. Ничего. А где зомбарь делся? Я его из виду потерял. Это плохо. Когда не видишь зомби... Где-то, который был рядом с тобой, это уже... Не это вот, не есть хорошо. А вон он. Вон оно. Не поймешь, кто это, неважно. Привет, грибочек. Я тебя ждал. Давай еще процент. Уже 17%. 18 уже. Так, глядишь, и на грибочках-то я и накоплю себе воды. Было бы неплохо. Уже 19, отлично. Обезвоживание потихонечку проходит. Ну, в общем, буду двигаться. Это просто джекпот. Это ты что делаешь? Ты грибочек возьмешь? Блин, а? Ну, серьезно. Я на грибок не могу навестись. О, вот, поднять. Вот, отлично. Так, это что, мухомор вонючий? Блин, я думал это... Ну ладно. А похож как бы на съедобный вроде. Ладно, сидим это тогда. Мухоморы вонючие есть не буду. 16 миллиграмм 100. Для 0,3 что-то, 32 минуты. Они длится, а так у них есть длительность. А сколько воды? Много. Может попробовать один? Ну-ка попробуй. Мухомор вонючий. Нет. А он сейчас галюны пойдет. И, говоришь, 3 минут. Не, ну ее баню. Ай, канистру. Канистру не забывай. Все, пошли отсюда. Меня, кстати, в комментариях подсказали за этот. За гриб, который можно есть. Этот вот зонтик или как он там. Потому что я как. Не стал бы его есть, на самом деле. Ну, раз у нас красный. Ну, надо, короче, да, там она пишет.
Если красным пишется, значит есть нельзя. Так что будем знать. Короче, я буду идти очень и очень долго таким образом. Так, а это случайно не... Можно облутать? О! Да ладно тебе. Сколько воды? Много так? Ешь. Так там, наверное, не одну штуку, а штуки 5 сразу съедает. Это другое дело. Да ладно тебе, ешь. Так у меня сейчас воды... О, грибы, да серьезно, я прям нашел клондайк. Так, тут я уже искал. Блин, походу это больше все, что я нашел. Все, что я найду здесь. А, нет. Короче, пока собираю в карман. Да нифига себе, вон еще грибы есть. Это, кстати, съедобные грибы, тоже сразу видно. Короче, я сейчас даже смогу побежать, я так думаю. У меня воды будет много. Так, это у нас... грибочку возьми. Шампиньон обыкновенный. Так, давай, в себя все. Так, шампиньон августский, она так просто не ест. Ну, в смысле, ест, но у нее отравление... Отвращение к пище появляется. Надо подождать. Ладно, берем канистру, идем. Уже 47%. Я уже могу себе позволить даже легенькую пробежечку. Хотя, будет накапливаться вот эта фигня. Да, она таки все равно копится, но не так быстро. В смысле, это не фигня, а усталость. Усталость копится. Она в любом случае будет копиться, но я думаю, не так много, как. Все равно буду смотреть. А грибочки все равно буду искать. В любом случае. Кто-то что-то пишет. В чате. Правда, он не знает русского языка. Что, меня кто-то увидел? Это, по-моему, как его там? Это глобальный. А, глобальный. Тогда ладно. Так, уже видно тот поселок, вот там за кустами. А там поле кукурузы, если я что-то не путаю. Ой, зомбак. Ну, зомбак я... С одним-то не проблема справиться. Уже 78% вообще... Ага. Он не один, это виноградник вообще-то. И тут два зомбаря. Ну, по одному можно их уговорить. Поспать. Блин, зашелестел какой-то тут сзади. А здесь что? Есть. О, виноград нам явно больше даст. Воды. Так, ну и грибок себе сразу. Еще водички. Там, ну, довольно-таки много воды. Аж 75 грамм. Вроде бы мало, кажется, но 75 грамм. Когда ничего нет, и 75 грамм, это много. Блин, их трое здесь. Ну, как-то сейчас когда же камушку надо кинуть. Да блин. Не надо камушку кидать, она уже прибежала. Это другая вообще какая-то. Да бляха. Да бляха. А, бежит? Нет. Откуда ты взялась? Я, блин, не видел ее. Скрепки. Перчатки. Ой, ой-ой-ой. А что так сразу и вдруг много? Блин, а чем лечить-то? А чем лечить-то? Ёлки-палки, у меня ничего нет, и оно не проходит. А, не, проходит постепенно. Постепенно проходит, это хорошо. А, начало заживление. А, отлично. Коза. Блин, да сколько там этих уродов? Камушек попробуй кинуть. Да блин, возьми ты это копье, вот. Так, я сделал не то, что надо. Пожалуй, я не пойду туда. Ой, 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 их там так много, нифига себе. Хорошо, что я туда не сунул свой нос. Я бы там и остался бы.
Так уж нет, спасибо. Лучше я вас обойду. Вы там постойте, повтыкайте на камушек, посмотрите. А я дальше пойду. Но вещи они мне все и задрали уже. Что-то у меня куртка получается, да? Штаны еще более-менее. Так вот эти вот уже 62. Но у меня есть... Есть вот нормальные. Штаны еще более-менее. А вот рюкзак, слава богу, уже тоже начал, блин. Это уже все. А что ты ее одел вообще? Выкинь. Это нам не надо. Это тоже сними, бесполезные вещи. Можно было, конечно, их нарезать на тряпки. Кстати, давай так и сделаем. Ты зачем забрала? И куда ты положила? А ты одела, понятно. Оп. Показался шорох. Да, не очень, конечно, умно это делать прямо рядом с ними. Топором. Ну ладно, делай топором. Но недалеко. Но можно еще раз камушек кинуть. А ну. Подальше. Опять. Вон куда-нибудь туда. Эть! Ладно. Нормальные тряпки. Блин. Но зато она плюс-минус чистая. Потому что, если что, у меня даже перебинтоваться нечем будет. Если серьезная рана будет. Так, ой. Грязные тряпки. Тогда не берем. Все, пошли. Так, мне удалось накопить много воды. Даже 120%. Лес просто молодец. Помогает выжить, реально. Эх, найти бы леску какую-нибудь. Или какую-нибудь, не знаю, там, нитку, хоть самую захудалую, хоть с одной единичкой. Можно было бы сделать. Разрубить зомбаря, взять косточку. И сделать иголку из косточки. И тогда будет у нас... Было бы чем шмотки починить, но, увы. А вот это, кстати, хрень, которая я говорил. Вот она. Она много очень места занимает. То есть положить некуда, да? Она сильно здоровая. Воды в нем 184 грамма. Даже жиры еще какие-то есть. Оно... Но доедать ее полностью нельзя, потому что отвращение прям здорово накапливается. Она блеванет. Хватит. Ладно, положу это здесь пока. Я уже могу себе позволить даже бегать. Она редко попадается, кстати, вот эта белая фигня. Так, а что это такое вообще? А я тут не был ни разу. Вышка, это база, что ли, какая-то? Военка? Тут военные зомбари, а что, я буду палочкой-ковырялочкой, что ли, убивать? А тут еще, наверное, роботы есть. А вон уже зомбарь есть. Подожди, я тут был. Точно, точно, я уже здесь был. А тут, кстати, ничего хорошего нет вообще. Ну, конечно, можно по... Но здесь есть шанс транспорт найти. Вот это да. Ты же меня пропустишь здесь, заборчик. Блин, жопа толстая, не пролезет. О, так мы так пролезем. Транспорт есть? А вот и нет. Блин, так и не увидишь. Нифига. Что-то там такое? Красненькое. А, это машина просто разбитая. Ну, в казармах. В казарме зомбари должны быть. Но тут есть лут хоть какой-то. Бесполезно для меня. В данный момент. Хотя... А ну дай-ка его. Ну
Будильник поставь. Ой, пописать тебе надо, да? Так, а у фонаря ничего нету. Зарядки ноль. Ладно. Уже не надо. Еще одна... А, шпилька? Не надо. Блин, ничего нет. Ну, как всегда. В принципе, все как обычно, все как всегда. Машины нет. Ой, а то не зомби показалось. Вот здесь, кстати, зомбари должны быть по-любому. О, уже спит солдатик. Эй, чё спишь? Закрой дверь. Блин, надо от первого лица смотреть. Иди сюда. Ой, а ты по шляпе получишь. Ну, что ты там стесняшка, блин. Во. Промахнулся. Не достал, серьезно? О! На тебе еще. Ага. Еще разочек. О, промахнулся. Прям в шею. Оглядываться надо, что эти уроды могут подойти с откуда угодно. Там еще один должен быть, да, так и есть. Мадам, кстати. Проснулась. Там в комментариях написали, не играет первого лица. Ни черта не видно. Но в данный момент это так надо. Так удобнее. Ой. Да как ты? Во, знаете, в тыкву. Красавица, блин. Вот так-то лучше. Может, откроешь? О, как хорошо легли. Может, вы пойдете на превью? Спрячь эту ковырялку из рук. И... Ага. Так, шо у тебя мадам есть? Так, опа, что это? Смородина? Серьезно? Давай, ешь. Глазик я бы взял бы, но... Но нет. А у тебя что? Студент имеется. Ботинки. Ну ладно. О, вот это, конечно, подгончик. Спасибо. Ничего нет. Серьезно? Опа, рубашка. Вот давай. Хоть что-то. Она чистая? Ну да. Загрязнение 1,6% всего лишь навсего. Никого? Канистру главное не забыть. Тут все то же самое. В каждой этой вот лежит по зомбарю, да? Опа, серьезно? Что это, пиво? Ну, берем. Это вода. Как минимум. Алкоголь, конечно, тоже. Но алкоголя не так много там должно быть. Это ж пиво. Блин, ничего нет. О! Здрасте. Еще одна бутылка пива. Еще бы и нет. С водой проблем не будет. Маска. Хэллоуинская. Ну, на продажу, ну как... Ладно, пока. Если что, можно выкинуть сюда. Как я обычно говорю, потом нифига не выкидываю. Ничего нет. Блин, уже темнеет прям совсем. Да ладно, здесь никого нет.
точно. На том, что, кстати, лежит. Нож. Кухонный. Зажигалка. Не нужна. Ножик, блин, куда его брать-то? Так, а что это у нас? Перчаточки. Хорошие. Шерстяные, блин, серьезно. Зачем они мне нужны? Ну-ка, кинь их на пол. Вот сюда. Пропадут. Сами. Все, да? Канистру не забываем. Я туда воды могу целую канистру налить. Как минимум. Давай. Бери. Там наверху патроны, кстати, могут быть. Зачем они мне, правда, нужны сейчас, но... А вот здесь внутри много зомбей в этом здании. Это я помню вот здесь вот. Сейчас слазим все-таки наверх, посмотрим. И вот здесь вот. Я, наверное, переночую вот в этой будочке. Тут никого? Никого. Места много. Замочек. Блин, уже место заканчивается. Ботиночки еще. 90. Меняемся? Спасибо. Стали ничего, да? Понятно. Полезу-ка я наверх. Серьезно, она может лазить с канистрой не пойми где. В руках. Но при этом она ползет двумя руками. Ну ладно. Кстати, он машина валяется, но она, блин, без колес лежит, так что, скорее всего, у нее ничего нету. Но мы сейчас сходим, посмотрим, конечно. Тихо ты, блин. Ох. Нож. Это ради... Ну, это какой-то военный нож. Раньше... Ух ты. Как-то странно он выглядит. Раньше можно было как-то крутить, но я не знаю... О, слушай, а теперь появился... А, не надо... Ладно. Ну, короче, у меня места уже нет. А, нет, еще есть что-то. Что-то есть место. Ну, это можно выкинуть, это выпить. Воды, кстати, можно набрать. Сколько там? Пол-литра, по идее. Так, посмотрим, что там за машина. За бари вроде не видно, это хорошо. Я здесь был? Нет. Тут я не шастал еще. Болтик, серьезно. Ну, возьму. Да, блин, ну что ж такое не везет? Что такое не везет и как с этим бороться? Так, давай. Че это, аккумулятор? Зачем он мне нужен? Светильник тут запитать, не сомневаюсь, что... Ага, понятно, машина прям в идеальном состоянии, в кавычках. Так, что-то здесь хоть есть. Точили, но камень. Вещь хорошая. Ножик этот поточи. Оу. Иди гуляй. Блин, еще можно подточить, да? Но взять надо. К сожалению, больше ничего хорошего нет. Маленькая мастерская тут есть, больше ничего. Здесь, конечно, еще есть КПП-шечка, но там зомби тоже может быть. И уже темнеет, я ничего не вижу. Ну как, вижу, конечно, но... не так хорошо, как хотелось бы. А вот зомби меня будет хорошо видеть. Ну ладно, зайдем все равно. Вроде никого не видно. Есть что? В теремке? Никого. Отлично.
Все, хочу здесь найти пистолет. Ну, да. Ну, нет. А там еще какие-то здания есть. Короче, тогда все, я иду в ту будочку и буду ночевать. Ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.